Hyundai Accent, но видео не о нем и не о том, что коробка там снята, а о том, что не нужно верить, слепо верить интернету не нужно. На Акценте не включалась задняя скорость, вернее, она включалась раз в неделю. Он все, весь интернет перерыл, драйв, двору, перерыл там еще что-то. Короче, весь YouTube пересмотрел, мозги мне все вынес. Все грешат на тросики, на вот эти втулки, на вот они, переключалки. На что еще грешат там? На пластиковый вкладыш, где-то он здесь валяется, не знаю. В общем, на все, что угодно грешат. Но никто не грешил на то, что мы нашли. То есть, поэтому он ходил кругами и ездил без скорости почти месяц. Не верил мне он, зараза. А вот коробка скрытая. А внутри коробки, как мы и предполагали, вернее, я предполагал, а он не хотел верить, наверное, потому что коробку надо было снимать, а это стоило денег, пластмасска стоила гораздо дешевле. Открутившаяся конструкция переключателя, включателя задней передачи. Он самый примитивный. Самый. Здесь ничего нет. Ни синхронов, ни ничего. Он просто открутился. Коробка контрактная. Вон она вся облита краской, чтобы ее не вскрывали. Не знаю, почему он открутился. Может быть, это заводской дефект. Не дотянули. Но по факту вот такая неисправность тоже может быть. Не обязательно, что втулки износились. Бывает еще и неисправности внутри коробки. А если бы он проездил еще немножко бы, эти болтики, вон там тоже болтик открученный, попали бы в шестеренки. И попал бы чувак на коробку. Фома неверующий. Но его не Фома зовут, а Санек.